А какой корм самый продаваемый для собак, в смысле, сейчас самый такой продается? Он же... Nature's Protection для белых собак. Да, именно для белых, которые... Если... Зависит, какая порода. От породы тоже зависит. У меня померанский шпиц, ханом, 1,5 года, Мартин зовут, померанский шпиц. Как раз... Окрас коричневый, очень коричневый, такой весь пушистый и жирный немножко. Ред, который или именно коричноватый такой, карамельный, скажем. Коричневатый, А, да. да, там Все больше время на диване. Nature's Protection. Он именно как бы для таких пород собачек. А вот скажите, а кастрировать пса вы советуете или нет? Зачем? Ну, собака, да, он, я боюсь, что он скоро начнет гулять. Думаю, может, кастрировать его не нужно, думаете? Лучше каждый месяц вы отводите его на спаривание, чем кастрация. Не жалко ли вам, тем более помирание? Я в прошлый раз Мартина пытался отвести на спаривание, но он что-то капризничает, сидит, с дивана не слазит, из-за этого говорю. Сидит, не спаривается, да. Ну, во-первых, еще не знает, может, чего-то, не профессионал, так скажем, из-за этого. А, ну да. Я там нашел померанскую девочку, одну Белла зовут. Да, Ага. такая же, 1,5-2 года ей. Ну никак, и так привожу, и так он ее там нюхает, нюхает, и все. Опять идет на диван. Может, другую найти. Им помочь, во-первых, надо, и наедине, чтобы тоже побыли, а не чтобы смотрели прям все на них. А, то есть, как помочь и как их оставить? Наедине оставить я их могу, а помочь-то как? Держать. То есть я держать должен Мартина, чтобы он залез на Беллу. Правильно? Иди Так выходит. держать, как бы. И девочку должен держать. Боже Да, мой, или я же, должен может держать быть, Мартина попадаете и то, что Беллу. нету определенных дней для спаривания. А, надо узнать, да у них же тоже дни есть. А как это понять? Они же... И то замечают это как. Ну, клево, да, надо, надо. Друзья, тыкаем экран, тыкаем экран. Я теперь понял, что нужно сделать, да, наконец. А то столько мучаюсь. Он сидит, он с дивана не слазит. Все время сидит на диване и кушает. Кушать хочет и диван. Все, диван, еда, диван, еда. Они, да. А Я на... сейчас собачка рядом у вас или как? Нет, к сожалению, он сейчас на даче. А А, я в нет. следующий раз собачкой приду.